Бота взорвали. Фига, опасные какие-то типы там. Тайга на 18 уровне. Богач какой-то. Там, по-моему, трое наушников одинаковые между собой. Самые плохие ГСШ, само собой. Самые дешевые. У меня где-то была табличка, я не помню, где она. What the fuck? Ботик, ну за что? За что ты, блядь, меня ненавидишь? Перед тобой три, блин, за булдыги пробежал. Попались, блин. Жубики, я схожу, ищу вот всю карту. Вам не стыдно прятаться от меня? На, у тебя броня. Чел квестовую броню, походу, нес. А какой он уровень был? 54-й? ГГ? ДД? Надо посмотреть, может реально шерп какой-нибудь. Скам они рекламируют. Так тебе платформа сама будет рекламу ставить. Причем тут скамы всякие.
платформа с кем-то заключит контракт, а ты заключишь контракт с платформой. И она на твой стрим будет размещать, ну, тех, с кем они заключили соглашение. И все. Да так работает. Так, 6 типов. 205 опять дефнуто броней. Сколько попадает? 71 попадание. БС-ки 762 на 54. Это кошмар. Нет, не шерп. У чувака 25 кд, кстати. Что, блять? У чувака 25 кд, 300 часов в игре. 48 дней он всего лишь играет. И он больше уровень, чем я. Я не стараюсь, получается. Может, этот читак вел двух бэмбиков по локации? Давайте посмотрим на том сайте его профиль. Интересно, какой у него КД именно по чевакам. ГГ, ДД. Второй АК. Значит, второй АК. Ладно, допустим, это его второй аккаунт. А что у него с первым аккаунтом случилось? У него второй АК 54 уровня? Ты серьезно? Ну, у него КД с ЧВК 26. А, ну на одну свою смерть, да, получается? 26 ЧВК он убивает. И он убил... Сколько диких? Непонятно. Но диких у него 25 КД, а ЧВК 25-96. То есть он диких почти не убивает, буквально парочку он убил. За 3000 киллов он почти не убивал диких. Походу, это реально читак. Просто что-то у него сейчас не сработало, так скажем. Капа у человека, все дела. Целая куча ачивок. Почему подсумок не открывается? Прикольно же было смотреть, что у таких жуликов в подсумке хранится. Так. Капец, там уже трупов насыпано. Ага, этот решил внутрь забежать, походу. Блин, стамины нету. Теперь ножки устали. Что ж, отдыхаем. Двое. Один тут, один слева.
звука вообще не было никакого. Блять, ноль звука, блять, с этим дождем ебучим. Просто ноль звука в шутере. Сашку брать не буду. Патроны тоже эти брать не будем. А вот магазины я бы взял. Ты чё тут делаешь? Тут не видишь, ползёт вообще-то, как бы, ну, ЧВК, блин. Ещё один FNPAL. Блять, еще один.
еще будут, сразу предупреждайте. А то я всего лишь тут всю карту на выход несу. Какая минута? 17-я минута. Пойдет. О. Там у нас 3 килла. А, 4 килла получается. Нормас, нормас. 424 поглощено броней. Я стреляю уже БС-ками 7.62 на 54. И все равно броня умудряется что-то там поглощать. Как? Я не понимаю. Они что-то сделали с броней, я теперь совершенно не понимаю новую механику брони. Кто там разговаривал только что? А, прыгает, да. А, вон еще чел. Двое. Трое. Ты живой, хочешь сказать? Руки. Этот живой реально там кашляет. Вот сейчас не должен быть живым. Чевак? Ну, это фулочка. Хуйло, вот хуйло. Конец тебе. Что его убило сейчас только что? Как будто бы громкий калаш с общаги его сейчас убил. Служивый! Чевак? Да ладно.
Но эти патроны не работают так, как должны, мне кажется, все-таки. СМБ. А зачем, если можно ЛПС-ками стрелять? Я ЛПС-ками, по-моему, ничуть не хуже убивал типов. Они хоть по мясу дамажат еще хорошо. Идет. Вроде раз, два, три, четыре, пять. Вроде пятеро должно быть. Попаданий сколько там? 40 попаданий, ёшкин кот. Урон по телу 2000. Я, блин, зачем зарядил БС-ки? Чтобы 2000 урона по телу нанести. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стрим.